полицейских сводках громкое преступление. Анапчанин, студент сельскохозяйственного техникума, обвиняется в убийстве матери. Причины предстоит выяснить. Можно ли было предотвратить преступление? Главный вопрос сегодня. Естественно, что случай произошел не просто так и не сразу. И сегодня вот те документы, которые я просматриваю, они, конечно, предполагают к тому, что можно было обратить внимание уже на ребенка не первый, а раньше. Там проблемы с родителями, отношения с отцом, который уже не справлялся. Так проводим или нет уже? Да, проводим, конечно. Когда будет? Четверг. Проектирование новых детских садов. На этой теме акцентировал внимание подчиненных Сергей Сергеев. Должен быть создан реестр земельных участков, предназначенных для строительства учреждений дошкольного образования. И по каждому составлена подробная картина. В какие сроки будет готова проектная документация и начнется стройка. Детские сады, все, что запланированы в Анапе, будут строить этот вопрос на личном контроле главы города. Еще одна тема, не теряющая актуальности, подготовка к Новому году. Анапа – город курортный, на праздник нам съедутся многочисленные гости. Сегодня надо приложить максимум усилий для того, чтобы у людей остались только приятные воспоминания от новогодних каникул в Анапе. Глав сельских округов, руководители городских служб, предприниматели еще раз призвали подключиться к этой работе. Мониторинг использования земельных участков, борьба с торговлей суррогатным алкоголем и распространение психоактивных веществ. Заместитель главы города Людмила Терещенко обозначила основные акценты в работе курируемых служб. Еще раз затронула новогоднюю тему в докладе контрольного вопроса планерного совещания. Праздничных мероприятий запланировано много, пройдут в городе и благотворительные акции. Уже начала работать новогодняя ярмарка на улице Горького в районе Театральной площади. Здесь предприятие, я сегодня ночью возвращался, и вот на их предприятии сегодня взяли такую зеленую бюролань, толстую, повесили вдоль кровли, да, и все. Ну, напишите с Новым годом, да? Краснодар Теплосети, предприятие «Атлант-Кубань», «Фройда» и «Капитал Стройгрупп» вошли в черный список, составленный заместителем главы. Владимир Забураев настоятельно рекомендовал руководству и специалистам этих предприятий исправить ошибки. После проведенных ими работ улицы и дороги города-курорта сплошь в ямах. Обещания исправить все весной в администрации не принимают. В соответствии с согласованными гарантиями и условиями, места разрытий должны привести в порядок в ближайшее время, тем более погода позволяет. Запланирована масштабная работа с виноградниками. Александр Колесников поручил составить реестр списанных виноградников для последующего использования земельных участков по назначению под сельхозработы. Необходимо обратить внимание на такие сельские округа, как Витязевский, Приморский, Грекодзоровский и Гастагаевский сельские округа. Вот, срок 2 недели давайте до конца этого года, чтобы у нас уже был этот список, по которому мы начнем уже вместе с главами отрабатывать по раскорчёву виноградников. На контроле заместителя главы ярмарки «Привозы» в пример привели ярмарку в станице Благовещенской, и по-прежнему актуальна работа по развитию агротуризма. В Анапе запланировано 3 новых объекта.